Здравствуйте, дорогие подписчики. Сегодня мы находимся на одном интересном месте. Сейчас сходим вместе с вами и посмотрим, что там. Здесь, в принципе, уже одни развалины. Место такое заброшенное, давно уже видно. Это кинотеатр. Сейчас спустимся вниз. Здесь интересные вещи показать. Мы пойдем сюда дальше. И в той стороне, я думаю, на видео будет видно. Наша цель — коммунизм. То есть, как вы понимаете, этому кинотеатру уже большое количество лет. То есть, вот такой вот кинотеатр, о котором на самом деле мало кто знает, о его существовании. Тоже советские плакаты. То есть можем увидеть, как здесь было на самом деле, что здесь было. Так. Какое-то оборудование осталось. Ну, сейчас само не знаю, не знаю, что здесь делает. Это швейное оборудование. Дальше не пройдем. Да, зайдем. Вот одна из этих интересных вещей. Это не просто картина, это мозаика, собранная из маленьких плиток. То есть брались маленькие кусочки плитки, из них собиралась мозаика. То есть это не просто нарисованная картина. Здесь, как вы видите, тоже какой-то материал. То есть выглядит достаточно круто. Посмотреть на наш город в Дании каком-нибудь. Я даже не знаю, что картина какая-то. Как вы видите, здание уже вообще в плачевном состоянии, краска обугливается, местами течет. Потолок. Здесь ничего нет. Здесь тоже закрыт. Прохода нет. То есть. Тут, скорее всего, уборная была. Крепление от раковин. По этажам пройдемся. Посмотрим, что дальше. Вот как раз таки на этом этаже я вам хотел показать, в этом месте здесь. Вот оно еще очень интересное место. Также сделано из кусков плиток. То есть в советское время, понятное
мало сейчас таких мест, где мы можем только найти, посмотреть. Есть советский солдат, звезда, он очень красиво сделан, и это все сделано из маленьких плиток. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх и делитесь этим видео с друзьями. Здесь. Такие вот места у нас еще на самом деле есть, о которых мало кто знает, которые мне вам показывают. Полная разруха. Здесь посмотрим, покажу еще одно место интересное. Вот также, не знаю, что за знак, там тут советский какой-то, из чего он сделан, но сама вот эта часть, это кусочки пазла плитки. Здесь, естественно, это уже какой-то другой материал, но выглядит тоже достаточно здорово. Но оно уже пустое, то есть не осталось ничего уже. Остатки газет. О, тут и кровати еще были. Я помню, мы в детстве использовали их. Выдали на них, как на батуте. Такое вот место, я думаю, мы вам показали все, что здесь есть, самое основное. То есть будет еще больше интересных мест, интересных локаций. Подписывайтесь, будем показывать. Пока!